В рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» и местного «Военные городки» единороссы осмотрели подъезды в доме номер 2 в Кубинке 8 и в доме номер 12 на улице генерала Ватинцева. В обоих домах ремонт проходил под эгидой программы губернатора региона «Мой подъезд» и народной программы партии. По словам жителей дома, они довольны качеством ремонта. Партийцы также проверили ход ремонтных работ подъездов в старом и новом городках. Работы держит на личном контроле секретарь местного отделения партии, глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Ранее жители дома попросили установить более крепкие козырьки над подъездами. Данные работы уже выполнены. Помимо этого, во всех подъездах отремонтировали вход, обновили ступеньки и парапет, зацементировали площадки, уложили тротуарную плитку и установили перила.